Приветствую, друзья! В этом ролике я хотел бы показать вам совершенно уникальный комбинированный станок Lane Weber UV-21, разработанный инженером Йоганном Левенбером и который производился в Австрии. Он был задуман как универсальное устройство, способное выполнять токарную обработку, вертикальное и горизонтальное фрезерование, сверление, придание формы, позование и шлифование в горизонтальной и цилиндрической плоскостях. Причем на настройку станка требовалось не более 4 минут. Ну а прежде чем мы перейдем к обзору, в качестве ответа на многие комментарии, где купить станок, хочу порекомендовать сайт бесплатных объявлений directlot.ru, где вы сможете найти различные БУ станки по металлообработке. Кроме этого, на сайте есть огромное количество различной дополнительной оснастки, инструментов и другие товары для технического творчества. Ссылку на сайт вы найдете в описании. При первом осмотре станок имеет довольно привычный для нас вид, ведь мы уже видели не раз токарно-винторезные станки с круглыми направляющими, правда, не таких больших размеров, о которых можно судить, зная, что станок весил почти 1300 кг, имел расстояние между центрами чуть более 1,5 метра и высоту центра над направляющими 20 см. Это всего лишь основа станка, у которого при более внимательном осмотре можно заметить довольно интересные конструктивные особенности. Общая конструкция станка соответствовала высоким стандартам. Сопрягаемые поверхности были отшлифованы вручную. Стальные станины диаметром 90 мм закалены и отшлифованы. Упорные ролики на шарикоподшипниках и гайки подающих винтов с защитой от люфта. Консольно расположенный на левом конце бабки двигатель главного привода был трехфазным, мощностью 3 лошадиные силы, который приводил в движение шпиндель с конусом Морзе 4 через два клиновидных ремня, обеспечивая 6 скоростей – 40, 80, 150, 320, 640 и 1300 оборотов в минуту. Необычной особенностью станка была возможность укорачивать или удлинять станину путем перемещения передней бабки и направляющих станина, как единого целого к неподвижной задней бабке с конусом Морзе 4. При этом станина сама имела свои плоские направляющие, однако они были предназначены не для суппорта, как мы привыкли, а для передней бабки. Круглые направляющие скользили по опорному основанию задней бабки. Не знаю, как вы, но я первый раз вижу такое решение. Поперечные салазки суппорта с тремя Т-образными пазами были необычайно большими. Собственно, так и должно быть, ведь они заменяли фрезерный и расточной стол. Их ход составлял около 30 см. Как вы понимаете, это не все особенности суппорта данного станка. Учитывая, что станок комбинированный, разработчик решил довольно логично сделать и вертикальную подачу, для управления которой на передней поверхности фартука находится маховик, рядом с маховиком продольного перемещения суппорта. Стол поддерживался в середине седла на валу диаметром 11 см, который мог подниматься и опускаться в диапазоне 15 см. Таким образом, при использовании в токарном режиме не требовалось никакого уплотнения под режущими инструментами. Они могли быть точно отрегулированы по высоте центра поворота маховика на фартуке. Механизм автоматической поперечной подачи стола с бесступенчато изменяемой скоростью приводился в действие простым мотором-редуктором, закрепленным на его задней кромке. Если бы подача осуществлялась от винта, механизм был бы сложным и в конечном итоге ненадежным. Вдоль правой стороны стола проходил стержень, заканчивающийся черной ручкой спереди, который механически включал и выключал подачу. В стандартную комплектацию токарного станка входили неподвижные и подвижные суппорты, 4-кулачковый патрон диаметром 15 дюймов, 3-кулачковый патрон диаметром 10 дюймов, 3-кулачковый патрон диаметром 7,5 дюйма, зажимная пластина, 2 закаленных центра, 4-сторонняя инструментальная стойка, горизонтально-фрезерное приспособление с осью диаметром 1 дюйм, длиной 18 дюймов и 2 тяговыми болтами. Вертикально-фрезерное приспособление с тяговым болтом, приспособление для придания формы,
поддон для стружки и встроенный бак для охлаждающей жидкости, но без насоса. В списке опций было множество полезных аксессуаров: двускоростной двигатель, шлифовальные станки, встроенный насос для охлаждающей жидкости, чувствительная насадка для сверления, фланцы и защитные кожухи для плоскошлифовального станка, оправка и защитный кожух для установки шлифовального круга, для горизонтального использования и многое другое. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу данного станка. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока.